С завтрашнего дня югорчане смогут беспрепятственно проводить время на природе. Об этом стало известно сегодня на очередном заседании правительства. Наталья Комарова поручила Департаменту региональной безопасности подготовить соответствующий документ. Также губернатор рассказал о внедрении в округе системы охоты Югры. Это единая цифровая информационная среда по регистрации, выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Записаться на получение услуг югорчане могут через интернет. Наталья Комарова отметила актуальность нового инструмента. Он позволит ускорить процесс выдачи разрешительных документов и упростить систему охотничьего контроля. Отмечу, в течение 22 и первого полугодия 23 годов система проходила тестовые испытания. На сегодняшний день в ней зарегистрированы почти 86 тысяч охотников. Уважаемые югорчане, важно, при сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности. Мы все друг на друга рассчитываем, мы все друг за друга отвечаем.